В Ставрополе будет освящен кафедральный собор Казанской иконы Божьей Матери. Чин освящения главного храма Ставропольской епархии первую божественную литургию в нем возглавит святейший патриарх Кирилл. Накануне визита предстоятеля собора смотрели глава митрополии и руководство края. О последнем этапе в деле воссоздания святыни сюжет наших ставропольских коллег. В Казанском кафедральном соборе прошла итоговая встреча оргкомитета по подготовке приезда святейшего патриарха Кирилла на Ставрополье. Духовенство епархии во главе с митрополитом Кириллом и члены правительства вместе с губернатором Валерием Зеренковым подвели итоги работы по воссозданию Казанского собора. Глава митрополии подчеркнул, что все основные детали уже привезли и осталось их только смонтировать. Казанский кафедральный собор строили всем миром. Иконостас изготавливали в Курской области, дубовые двери в Нижнем Новгороде, а алтарь собора за полтора месяца расписала команда художников из города Владимира. Осталось установить мраморную панель и закончить работы по установке иконостаса. Иконы для него уже написаны ставропольскими художниками. Уникальная архитектура Казанского собора была воссоздана архитектором Виктором Аксеновым по старым фотографиям. Владыка Кирилл подчеркнул, что все работы в Казанском соборе авторские. Что я бы сказал уникально? Здесь нет штамповки. Знаете как, есть заводская штамповка, тысячи иконостасов, 2000 панелей таких подобных, десятки тысяч кованых светильников. Здесь ничего нет штампованного. То, что идет в изделиях, тысячи экземпляров. Все это авторские работы и архитектора, и авторские работы, те, которые ковку делали, те же ограждения радиаторов. Вот, входная группа металлическая, двери, панели, иконостас – все это авторские работы. За небольшой срок на строительство собора были собраны десятки миллионов рублей. Важно, что поучаствовали в этом многие жители города и края. Митрополит Кирилл сказал, что на входе в собор будет вывешено 16 досок, на которых будут отмечены все фамилии пожелавших себя назвать жертвователей. А также названия организаций, которые перечислили на строительство храма средства. Среди них детские сады, школы, больницы и предприятия. Благодаря тому, что весь край сконцентрировался на воссоздании Казанского храма, к приезду святейшего патриарха Кирилла собор будет полностью готов к освящению. Конечно, это большого стоит. Чтобы такую махину поднять, чтобы такое сделать, выполнить. Вот, Пятигорске за полгода сделали такой собор, выполнили вот такие работы. Здесь, за три месяца. Да, за три месяца, вот представляете, труды. В настоящее время на центральный иконостас собора устанавливаются иконы. Владыка призвал жителей края выкупать их и таким образом помочь в воссоздании храма. Первый вклад в иконостас сделала семья Зеренковых. Губернатор вместе с женой внесли пожертвования за две иконы – Спасителя и Божьей Матери. После краткого совещания их осветил митрополит Кирилл. Освящаются иконы сия благодатью Пресвятого Духа. Окропение воды сия священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.